И снова достучались до победы. Студия этнической перкуссии «Этнобит Эрниту» стала лауреатом 5-го международного конкурса фестиваля ударных инструментов маршевых и духовых оркестров «Ударная волна 2018». Он проходил в конце ноября, начале декабря в Санкт-Петербурге и принес коллективу сразу 6 наград. Конкурс очень большой. Там, представляете, с нами вместе были студенты консерваторий, московских, питерских консерваторий. И для жюри не было разделения, профессиональные это студенты или непрофессиональные. По крайней мере, не озвучивалось нигде в документах, этого не прописывалось, к сожалению. Ну, может быть, к счастью, потому что для нас получается, что оценка жюри была объективна. И это дорогого стоит. В фестивале участвовали музыканты из 41 региона России и 16 стран мира. К питерскому конкурсу «Этнобит» подготовился и опробовал фестивальный репертуар на большом концерте в Иркутске. Жюри «Ударной волны» отметило частоту звучания и сыгранность коллектива. И это несмотря на то, что среди 9 человек были второкурсники, которые выступали наравне с бывалыми участниками коллектива, включая выпускников «Эрниту». Турецкие, арабские композиции этнобитовцы исполнили на своих инструментах. 200 килограммов пришлось везти через всю страну. В итоге «Ударная волна 2018» принесла политеховцам не только награды в номинации «Большие ансамбли», «Малые ансамбли», «Большое барабанное шоу», «Учитель-ученик», но и новый набор музыкальных инструментов – кахон, тамбурин, рукафоны, барабанные палочки, шейкеры. Их ребята опробуют уже после сдачи сессии и подготовки номеров к студенческой весне и традиционному фестивалю «Музыка без границ».